Адже, адже, парадже, баджи саваха. Пойдем, пойдем на тот холм в мир познания. И сутры праня парамита. Буддизм в Корее. Царь Готхама Сиддхарта, рожденный у подножия ног Гималаи в 500 году до нашей эры, был рожден царем, но всегда носил в сердце одно сомнение. Откуда появилось человечество и куда оно направляется? Шестилетнее аскетическое скитание, отказавшись от роскошной жизни, перестав есть, спать, пить. В конце концов, он получил познание под ветвями липового дерева. Жизнь человека – это боль, а источник боли – в непрестанной жажде. Избавившись от жажды и проявив милость, кто угодно может достичь нирваны. Избавимся от жадности этого мира, запретив убийство и насилие. Готхама Сиддхарта, учение Будды, переданное на корейском полуострове на протяжении 372 лет. Идея перерождения буддизма о рождении в следующей жизни, получив благословение, прожив благородную жизнь, отдавая милость, после чего на протяжении многих столетий это стало духовной силой, поддерживая традиционное общество Кореи. Также предки, прожившие согласно учению Будды на протяжении многих веков, оставляли множество традиционных предметов Кореи. Совершенство восточного буддийского искусства 6 и 7 веков – бронзовая Майя-трея статуя Будды, национальное богатство номер 83. Национальное богатство номер 32 – коллекция священных буддийских писаний Пхальманде Чанкёнг, времена правления Корё, занесенная в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди архитектурных и художественных произведений получили огромную хвалу и признание последующих поколений. Предметы, относящиеся к буддизму, составляют до 80%. На сегодняшний день до 24% населения Кореи относят себя к буддийскому вероисповеданию. На сегодняшний день до 24% населения Кореи относят себя к буддийскому вероисповеданию. Буддистские идеи, преследующие покой сердца и мир, быстро распространяются по всему миру и достигают новой эпохи процветания. В этом мире мучения, причина мучений, невозможность отсутствия мучений, отсутствие мудрости и источника мудрости. Сутры Праня Парамита, писание основных идей буддизма, распространяется со времен прежних столетий и до наших дней. Это музыкальное произведение заключает в себе волю к наивысшему созданию нирваны буддизма с воображаемым человеком на основе основных источников писания буддизма – сутр Панья Шимгёнг.